Это, ну, подарок практически. Да. Отлично, левый влево, боковой, да. Зашел у Романова. Еще один! И, пожалуйста! Тяжело, тяжело падает сейчас китайский спортсмен. Это очень тяжелый нокдаун, если не нокаут. Посмотрим, сможет. Ну, смотри, китаец отвечает, то пропускает очень мощные удары. Справа попадает Евгений, пока держится Жао Синь. И даже отвечает. Да, клинчует так. Ой, хороший удар. Надо останавливать, мне кажется, нет? Плывет, плывет, плывет китайский спортсмен, но при этом остается на ногах, да, как бы? Левый крюк от Романова. Клинчует китаец. Ну, колоссальное количество ущерба уже колоссальное. Пропустил здесь Жао Синь. Еще один справа. И добавить. Коротко два раза. Там как работает, да, Жао Синь. Туловище здорово пробивает Романов. Это, наверное, тут как раз напрашивалось. Неужели так восстановился китаец? Левый сбоку опять. Не форсирует здесь Евгений, так начал потихонечку выцеливать, потому что, может быть, да. Еще один удар пропускает, удар по туловищу. Жао Синя снова зацепляется тут в клинчик. Ой-ой-ой! Тяжелейший вот удар да! пропускает Евгений Романов. Сможет ли подняться он? Очень сложная ситуация. Кто бы мог подумать? Да. Рефери считает. И...